Сейчас мы пройдем с Рим начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода кавказская овчарка, возраст 4 месяца, кличка Ника. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, место. Дальше. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно щенком поиграться, заодно подготовиться к отработке команды ко мне. Команда ко мне — это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в дневных местах без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Ко мне! По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне! Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо! Рядом? Так. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая — дача лакомства. Второе — оглаживание. И третья — команда хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, девочка. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо, лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем выдержку будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю, в утренние, чем часы, до кормления. Желательно на первом этапе дневных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, красавица. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя. Ну, не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо место, красавица. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сильно собаку не прессингуйте, так как это глубоко щенок. Возраст щенка 4 месяца. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда гуляй. Гуляй. Обязательно не скупитесь на поощрение. Обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Так. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода кавказская овчарка, возраст 4 месяца, кличка Никас. Работа окончена. Молодец, девочки.